Приветствую всех на выставке Pro Light and Sound во Франкфурте. Мы на стенде Avalights, и в этом году мы продемонстрировали нашим пользователям новую версию Титана, версия 10, которая включает такие функции, как новый визуализатор от Capture, встроенный, который позволяет делать определенные вещи быстрее, так скажем, препрограмминг, а также, например, использование в режиме Blind. А также есть такая функция, как Web API, то есть эта функция позволяет триггерить пульт с внешней HTML-страницы, которая посылает jQuery messages. Также мы представили новую версию AI, версия 9, которая добавила некоторые новые функции, как новый аудиодвижок, а также генеративный контент, который вы можете создавать на лету. Эта новая версия доступна, AI доступна на нашем веб-сайте, то есть можете зайти и скачать сейчас, если вы уже пользуетесь AI. Версия 10 для Титана будет доступна в конце этого месяца, мы сейчас просто доводим последние штрихи. Вот. И, само собой, мы показали здесь пульт Avalights Arena, который был самый последний пульт, который был добавлен в линейку наших пультов, который уже есть у наших дистрибьюторов, поэтому можете обратиться к ним за полным демо. И надеюсь увидеться с вами в этом году. Спасибо.